В удачном Мирнинского района обсуждают интересную находку. Горняки обнаружили останки неизвестного существа. Возраст находки пока остается тайной, рассказывает Ирина Балкова. При строительстве этой канавы на наземном комплексе подземного рудника «Удачный» грунт поднимают на поверхность. Именно в этом грунте были обнаружены останки животного неизвестного происхождения. Со слов очевидцев, несколько ранее в таком же грунте, на этом же объекте, были найдены каменные яйца размером в диаметре около 170 миллиметров. Если говорить о том, что неизвестное животное – это соболь, тогда как можно объяснить обнаружение каменных яиц? Мы встретились с очевидцем этих уникальных находок. И вот, что он нам рассказал. Привезли грунт отсюда, из канавы, под благоустройство. И на этом грунте оказался этот маленький звереночек. Ничего подобного я ранее не встречал, говорит Валерий Супрович. К сожалению, строителям было очень интересно узнать, что находится внутри яиц. Находку сочли неинтересной и не сообщили никому об этом. Находили в грунте, который привозили, яички большие, как страусины, чуть больше. Поверхность гладкая и, ну, как яйцо обыкновенное, только каменное и чуть больше страусинное. Во многих СМИ говорится о том, что это животное уже передано ученым. Однако оно до сих пор находится в Удачном. Эти видеокадры вы видите впервые на телеканале «Алмазный край». До этого были только фотографии. Нам звонят заинтересованные лица из разных городов, которые хотели бы перевести это животное и сделать определенные анализы. Однако для транспортировки необходимы определенные условия. Хотелось бы надеяться, что экспертиза все же будет проведена. И тогда мы точно узнаем, соболь это или нет. И сколько все же лет этому животному. Ирина Балкова, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».